Обычно слоны живут 70 лет, а есть на свете слоненок, которому 50 лет, а он до сих пор еще слоненок. Вы спросите, как это может быть? Очень просто. Слоненок – это спектакль в Большом театре кукол. Почему мне непонятно, у чурка всюду прятно? Почему? Почему? Огромный тигр усатый, ходит в шкуре полосатый. Почему? 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 Сказку Гиблинка поставил режиссер Виктор Сударушкин. Спектакль про слоненка увидели больше, чем 500 000 зрителей. Кто эти 50 лет сохраняет спектакль? Сохраняют спектакль все, кто работает в театре. Но в первую очередь актеры. Они относятся нежно к куклам, они с ними даже разговаривают. Еще у нас есть реквизиторы, которые отвечают за сохранность кукол. Отыграются спектакли, они их аккуратненько повесят в шкафчики до следующего спектакля. Этот спектакль записан сейчас на пленку. Однажды нас пригласили в Африку. Не все молодые актеры хорошо играли. Поэтому решили записать пожилых, опытных артистов. И благодаря этому спектакль не развалился. День рождения полагается торт. А мы нарисовали свечки для торта. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо большое. Спасибо. Это приятно очень. Тем более давно я играю этот спектакль. С основания. И очень хорошо вы принимаете. Смотрели этот спектакль? Когда пришла работать сюда 8 лет назад, я сначала посмотрела спектакль из зала, но вообще я смотрела этот спектакль, когда мне было 7 лет. Как куклы сохранились столько лет? Их реставрировали или несколько кукол уже заменены? Нет, куклы у нас 50 лет одни и те же, но дело в том, что мы их бережем. Что чаще всего ремонтировать надо? Ушки у слонят большие, они очень часто трутся о декорации и иногда рвутся. Интересно, если мы будем задавать столько же вопросов, у нас не вырастут носы? Поздравляли слоненка с юбилеем Настя Бартикова и Адель Фаттахова.